я повторюсь, что это не было что-то такое вот такое привнесенное в его жизнь. Это были его глубочайшие убеждения. Паша родился в Новочебоксарске. Это такой, знаете ли, в нем такая соль земли такая была, очень такая надежность. Служил в Крюковском полку. И потом долгая работа в группе Любэ, такая душа коллектива, наш Павел. И вполне понятны его вот такие мысли, которые... Он выступал в Донбассе, посильно помогал, познакомился там с детишками, потом пригласил их в Москву, опекал. Ну, одним словом, он за свою такую короткую жизнь успел очень много сделать добрых дел. И в военной аудитории у него было очень много друзей, и в артистической среде. Вот, нам его будет не хватать.